8 июня в Перми пройдет авторская гонка «Тайные тропы». Программу обсудим с нашей гостьей. Представляю вам Ирину Веснину, организатора мероприятия. Ирина, доброе утро. Ирина, скажите, пожалуйста, а в чем отличие «Тайных троп» от других гонок и забегов? И для любителей и профессионалов будет разная программа? Мы решили поменять формат мероприятия. То есть, чтобы каждый желающий смог себя попробовать в каникроссе. Это бег с собакой. У нас будет очень много интересного вообще в программе как для спортсменов, так и для любителей. Каждый спортсмен сможет принять участие в авторской гонке, которая состоит из забегов на велосипеде, заездов на велосипеде, забегов в каникроссе и заезд скутер. Также у нас будут детские старты, где дети у нас будут бегать с собачками. Также для спортсменов у нас организованы лекции от профессионалов по бегу и по велозаезду. И подготовки вообще к спортивным мероприятиям. А для любителей у нас будет подготовлена тоже обширная программа. Там мы будем знакомить их с ездовым спортом. Что же это такое? И каждый желающий сможет попробовать себя в каникроссе. Это бег на 200 метров. Будет здорово и задорно. Будет огромное количество фотографий ваших. Так что приходите, будем очень рады вам. Я видела, что в программе есть и триатлон с собакой. Вот как он будет проходить? Да, это будет очень зрелищное мероприятие. Будет бег, каникросс называется. То есть спортсмен с собачкой бегут на 450 метров, стреляют из лазертага. Потом они бегут еще 450 метров. Дальше у них идет стрельба из лука. И полоса препятствий для собаки. Там будет три снаряда, где собачка должна будет выполнить элементы. Если собачка не сможет, это будет делать спортсмен за нее. Ну, с участниками понятно. А для зрителей вы тоже приготовили программу? Да, для зрителей. Каждый зритель может поучаствовать вообще во всей зоне. То есть у нас будет фотозона, будет чайная зона. Будет игра на гитаре, каждый желающий сможет пойти поиграть. Будут детские мастер-классы. И закончится все веселыми стартами, где регистрация будет на месте. Каждый желающий сможет зарегистрировать свою команду из трех человек и поучаствовать. Ну и самое главное, куда и когда приходить участникам и зрителям? Мы ждем вас 2 июня 2019 года на встречной 33. Спортсмены у нас приходят к 8 утра. Там будет гонка проходить. И к 11 часам ждем всех желающих поучаствовать в нашем празднике. Ирина, спасибо большое, что рассказали о мероприятии. Всех, кто захотел поучаствовать в нем, приглашаю на встречную 33 2 июня в 11 часов.